Чама, Тагика. Итак, вот с нами представительница Грузии. Представьтесь, пожалуйста, все, кто здесь присутствует. Сакартвелос армумадгенелия, да цармугудгене, ткуэнин тави, ткуит сахали, да гварабы палам. Трехо Керашвили. Руслан Гидесашвили. Марьям Кахелишвили. Магда Каркашадзе. Екатерина Белоброва. Расскажите, что вы будете петь? Могу и кавит расим, гадат ткуэнно. Марьшен Макрэвэй. Чуэн угарат Евровизиазе, Мари Дарис. Да. Мы будем петь мою песню Мари Дари. Какой вот месседж этой песни? О чем? Что вы хотите ей сказать? Ра месседжи ам симгэра ширисит к магиндату. Мари Дари, кучу симгэрас, Мари мэвара, чем сахэри арис Мари, Дари карги аминдия. Раз карги аминдия, олтус карги хацгэдзэвар да, миндэва сул симгэра да, миндэва ро сул эс симгэра. Ես սիմգերը ուղաս արգ խացիեցը, արգ խացիեցը այդ խայնեց։ Моя песня, это, знаете что, это хорошая эмоция идет оттуда, потому что Мари – это мое имя, а Дари по-грузински – это обозначает хорошую погоду. Я хочу дарить всем хорошую погоду, хорошие вот эти цвета, что в моем песне. Я хочу, чтобы на моем песне все танцевали, у всех было хорошее настроение. Расскажи, как вот песня писалась, чья была идея, как вообще эта песня появилась? Сайдани о идея, ро эсэти симгэра дабадэбули о. Мы да чем продюсерма Гега Кухьянцем, эртад даутмет дро, радган симгэра могу пикрэдэ, да? Чуэр могу пикрэдэ, эсэти симгэра. Залиар была оригиналури гамовидэ, да? Ола смотрелась. Сначала мы вот посидели, думали, какая должна быть песня для Евровидения. Ну, сначала думали такая, потом решили, что песня с Гигой Кухьянидзе, продюсером, решили, что песня должна быть заводная, чтобы все знали эту песню. И все танцевали. Простите, если можно, простите, свет включить. Вот все. У вас очень оригинальные костюмы, вот да. Тоже расскажите о них. Ой, залез оригинальный костюм я бегал, ты моди мари какет. Оригинальный костюм я бегал, то рабочий пнал. Чем костюм я взял, да и мечте из руны с мари как курдут фазер да, Саша пришла. А мои костюмы, да? Мои костюмы сделали Марика Курдубадзе и Саша Прыщун. Они все это придумали. Они смотрели на меня вот так, потом вот так, а потом придумывали, какие костюмы нам одеть. И мне так все это нравится, что они для меня все это сделали. Что спасибо им для этого. И у вас еще просто потрясающий клип. Да, вот клип. Цармагари клипига кто? Спасибо. Клипис гадагеба იყო კაპარაულის ქარხანაში. Ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, თითქმის ერთი დღე. Და ძალიან დავიღარეთ თან. Დავიღარეთ და ამავდროულად ძალიან გავართეთ და ვიხალისეთ. Კარგი იყო კლიპის გადაღება. Ჩემი ეს კლიპი არის ჩემთვის პირველი და ძალიან მიხარო და კლიპის გადაღება. Это, знаете, этот мой первый клип. Я так рада, что этот клип всем нравится. И знаете, мы очень устали, когда вот этот клип снимали, потому что, знаете, мы целых 2 дня работали. Не спали 48 часов. Но там был Гига, который есть, ну, режиссером. Он же все знает. Он и режиссер, и продюсер, и композитор, и все. И, ну, мы устали, но было очень весело, весело, потому что со мной были мои девчонки, которые всегда со мной, и мы уже друзья. А вот девушки, они вообще кто? Они поют? Ой, они у нас самые, ну, уже знаменитые танцоры. А, они танцоры. Да. Какая группа или какой-то ансамбль да, хореографический? У них очень хороший учитель Георгий, как фамилия Георгия? Ториашвили, который очень вот такой знаменитый хореограф, и он стал эту программу выступления их. Да. Они танцуют, у нас есть вот такой клуб, вернисаж, не клуб, а
самый этот хореографический институт. Шоу-балет. Шоу-балет Вернисаж, так называется. И самый знаменитый. И эти дети там учатся. Рады, что попали на Евровидение? Гихари, я тоже мог на Евровидение. Марьям, чтобы оказаться на Евровидении. Какая вообще цель для Евровидения? Ты именно сюда приехал победить или вот другая? Раз фикров, очень чама ходи, а коро гаимарджо ту схуарамео. Мы чама ходи, акимисатусном, чем тави, да чем шесоцелеблогови, боломте, да чем куйгана, боломте, каргат, цармуачино. Хо, кейде раунда меткуа да. Карги, гого, карги. Знаете, я почему приехала? Тави сарисром, чуэн каргат цармуачино, чуэн тавиви, да, дали чесукуэ, халхи гадоцкуэц. Знаете, мы мажри, але все ситуат. Знаете, почему я приехала? Для меня победа это не важно, для меня участие на Евровидении, потому что я хочу, чтобы люди вот в этих странах, где показывают Евровидение, увидели меня и Грузию, как в Грузию поют вообще. И для меня это большая честь, что я представляю Грузию на этом Евровидении. Расскажи, вот сегодня у тебя были уроки дружбы вот, да, в школе. Расскажи, как вот это прошло. Скажи, когда еще ходит рао, бабшу тен, рабочая рам была перма. Целен карги трек когда трес. Сегодня был самый знаменитый, самый прекрасный день моей жизни. Роза какой трес, чем чуем цави додит, бабшу тен сейчас ходит в школу, целен какой хардета. Это сул когда рам, мы сули авит, школа, че, кацелен твила че куме кола, да. Знаете, когда мы приехали, нам сказали, что мы должны поехать в школу. Ну, что мы там увидели, мы этого не ожидали. Потому что там было столько детей, и так они были рады, что мы там приехали. И они знали, знаете, мою песню, и все пели и танцевали. И это, знаете, самый прекрасный день в моей жизни. Такого я никогда не ожидала. Я себя почувствовала как звезда. Ну, надеемся, что все остальные недели будут еще даже лучше. Сейчас мы ее позаставляем немножко петь. Хорошо. Ну, вы знаете, Андрей, у меня просьба. Можно она одну песню будет петь, а потом эту песню на Евровидении, которую она будет петь? Потому что я хочу, чтобы ты послушал ее. Так вот, мы-то и хотим, да. Вот это и была идея. Ага, ясно. Дмитрий.